на что наше сердце становится похоже, если мы не бережем его для одной или для одного. И когда мы встречаем того именно человека, с которым мы хотим провести всю свою жизнь, наше сердце, оно не способно клеиться, потому что на нем так много отпечатков, так много грязи. И поэтому так сложно создать крепкий брак. Бог создал законы не для того, чтобы нас ограничить или ущемить в чем-то, но для того, чтобы сохранить или оградить нашу жизнь от боли, от разбитого сердца. И есть физические законы, например, такие, как закон земного притяжения. И если мы не считаемся с этими законами, и мы пойдем пешком с 9-го этажа, то верим мы в него или не верим, но он сработает, и нам будет как минимум очень больно. И точно так же электричество. Электричество помогает нам в жизни. Оно может светить, это за счет него мы можем греться. Если оно безопасно, заизолировано в стенах, оно нам помогает жить. Но если это же электричество оголить и провода сомкнуть вместе, то это нас убьет. И точно так же секс до брака, он убивает. Однажды ко мне подошла в школе после лекции одна девочка, и она говорит: «Лика, что мне делать? Я встречаюсь с парнем, и он мне говорит: если ты меня любишь, докажи мне и имей со мной отношения, переспи со мной». И она говорит: «Что мне делать?» И я говорю: «Знаешь, говорю, если бы он тебя любил, он бы тебе такого никогда не сказал. Но это говорит, что он даже не то, что тебя не любит, он даже не уважает тебя, потому что он тебя наталкивает на риск забеременеть, сделать аборт, никогда не иметь детей, иметь чувство вины. И это все не есть любовью, это все не показатель любви». И потом она написала мне на электронный адрес, и она говорит: «Помнишь, мы тогда с тобой говорили?» И вот тогда, она говорит, я рассталась с этим парнем. И в 11 классе, когда он сдавал анализы в военкомат, он оказался ВИЧ-позитивным. И она говорит: «Если бы тогда я с ним не рассталась и тогда имела с ним отношения, сегодня у меня был бы ВИЧ». И это серьезно. ВИЧ – это серьезно. И вы знаете, что больше 50% молодежи сегодня заражается ВИЧ-СПИДом в Украине и во многих других странах не через иглу больше, но через сексуальные отношения. Просто где-то после дискотеки, не зная имени, имели отношения. И потом оказывается, что ВИЧ и СПИД – это убивает жизни многих молодых людей. Некоторые говорят сегодня, что хранить себя до брака – это не модно, не актуально. Это делали наши бабушки и дедушки. Но сегодня время изменилось. Но вы знаете, что я проводила много-много исследований и много соцопросов в школах, в университетах. И существует такой стереотип, что хранить себя не модно. Но этот стереотип очень хорошо разрушался с помощью этого соцопроса. Я просто задала такой вопрос сотням, знаете, молодых людей, сидящих в аудитории. Я говорю: вот представьте себе две девчонки перед вами. Одна девушка в мини-юбке с красными губами, такая вся, она по дороге с одного ночного клуба в другой ночной клуб, у нее много сексуального опыта было. И вот вторая девушка перед вами. Она имеет ценности, принципы в жизни. Она скромно одевается, она хранит себя для своего будущего мужа. И я говорю: ребята, кого бы вы выбрали себе? Не девочкой на одну ночь, а любимой женой и мамой своих детей на всю свою жизнь. И вы знаете, 98% ребят, сидящих в аудитории, поднимали руку, и они говорили: мы хотим ту, которая хранит себя для одного. И знаете, девочки, которые сидели около них, начинали плакать, вставали и уходили с аудитории. Просто потому, что они понимали, что, к сожалению, вчера их использовали. Вчера они были девочкой на одну ночь. Знаете, есть такая пословица: с одними девочками ребята гуляют, а на других женятся. Так вот, на самом деле есть настоящие отношения, настоящая любовь. Существует такая фраза: потеряла девственность. Но на самом деле девственность не теряют, девственность отдают одному человеку в своей жизни. Я думаю, что невинность – это не просто что-то физическое.
Ко мне подходили девочки и говорили, что после отношений с парнем я стояла 2 часа в душе и смывала грязь, и не могла смыть. И я чувствовала себя разбитой и использованной. Потому что на самом деле невинность – это не просто что-то физическое, но это что-то духовное. Многие меня спрашивают, ну а что, как быть тем девочкам, тем ребятам, которые прошли эту границу, которые переступили? Потому что по статистике в среднем сегодня с 12-13 лет девочка теряет свою девственность. Но на самом деле, знаете, мы есть особенные, и Бог нас создал особенными. Вот представьте себе дорогие часы. Эти дорогие часы мастер сделал и вложил туда просто самый уникальный механизм. Они не похожи на все остальные, они эксклюзивные. И вот кто-то не знал их ценности, кто-то посчитал их китайской фальшивкой, подделкой. И он поигрался и выбросил их в грязь, и они там лежат в этой грязи. Они испачканные, они остановились, они уже не ходят. Все думают, что вот это вот такая фальшивка, вот это такая подделка какая-то там, дешевка валяется. Но скажите, пожалуйста, кто может исправить это? Кто знает настоящую ценность этих часов? Кто может заставить снова их ходить? Только мастер, тот, кто сделал. И поэтому я верю, что нас создал Бог. И Он создал нас с любовью, и Он создал нас, вложив в нас такой потенциал, такую уникальность. Не для того, чтобы нас разменивали и использовали, но для того, чтобы дать нам настоящее. Если ты чувствуешь себя использованной, разбитой, и твоя жизнь, она остановилась, то тот, кто тебя создал, он может это исправить. Он может очистить эту грязь. И это так просто. Это просто прийти однажды в свою комнату, закрыться, встать на колени и сказать: «Дорогой мой Творец, дорогой мой Бог, я верю, что ты меня создал, и очисти меня, пожалуйста, потому что только ты это можешь сделать». И поверьте, он может это сделать, он силен это сделать. И каждому из нас нужно прощение, потому что все начинается с мысли. Мы можем не переступить физически каких-то границ, но люди переступают в мыслях эти границы. И иногда ты сталкиваешься с человеком, который физически никогда не переступал и очень-очень правильно себя ведет, но который переступал столько раз это в мыслях, столько раз в уме уже это сделал, и ты чувствуешь такую грязь, потому что это не просто физическое что-то, но это чистота сердца. И поэтому Бог дает не просто что-то внешнее, но Бог дает чистоту сердца, Бог дает удовлетворение в сердце, целостность сердца. Поэтому Бог может восстановить твою жизнь, и Он хочет это сделать. Просто обратись к Нему, и все изменится. Ты можешь начать свою жизнь с чистого листа.